Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Мы по-прежнему находимся в интерьерном салоне и на этот раз уже на классической кухне. Здесь, как вы можете заметить, более уютно. А вот сейчас мы у нашего специалиста, у Ирины Перовой, спросим, за счет чего создается вот такой уют, каким стандартам должна отвечать именно классическая кухня. Стандарты классической кухни очень просты. В первую очередь, это более сложные элементы дизайна. Это в первую очередь фасад, это причудливые необычные формы модулей для вытяжек, разнообразные порталы. Посмотрите, какое множество интересных линий. Это и карнизы, это пилястры, это необычные красивые ручки. Ну, в том числе используются стекло, и очень часто предпочитают витражи, что, в принципе, наверное, один из главных показателей классической кухни. Как трудно подобрать кухню под конкретного человека? Вот как узнать, подойдет ли ему современная кухня или все-таки классика? Для того, чтобы сделать выбор, в первую очередь нужно учитывать это возраст человека, это его предпочтения, его особенности характера. От себя хочу сказать, что сделанный правильный выбор кухни – это залог хорошего настроения не только главного повара на кухне, но и всех членов его семьи. Ну а вот что касается цен на такую европейскую хорошую кухню? Если говорить о европейских кухнях, которые, в принципе, себя зарекомендовали на мировом рынке как самые качественные, то цены в среднем от 4000 евро. Но поверьте, оно того стоит.